Вернее, поехали. Из Якутии в Лондон на лошадях. Через Бурятию пролегают маршруты многих путешественников. Но эти, пожалуй, самые интересные из всех. Накануне к нам прибыли якутские коневоды. Они держат путь из Оймякона в Лондон. Их цель – проехать верхом 15 тысяч километров, чтобы доказать, что якутские лошади – самые выносливые в мире. Браво, братья якуты! А в Бурятии свои рекорды и герои. Сегодня утром в Улан-Удэ на кладбище Южное состоялся чемпионат по скоростной копке могил. Победитель выкопал могилу за 50 минут и получил 30 тысяч рублей. Мы не знаем, как к этому относиться. С одной стороны, профессия нужная, но, как говорится, все работы хороши. С другой, ну, как-то не вяжутся в нашей культуре эти слова. Чемпионат, скорость и могила. Висящая на волосах. Наша землячка, звезда цирка Дю Солей, Байрамаз Атбоева, накануне шокировала своих подписчиков в Инстаграм. Она опубликовала видео, в котором буквально висит на волосах, да еще и выполняет трюки. Ролик вызвал бурную реакцию, что Байрме пришлось объясняться. Поступило столько вопросов, зачем я это делаю. Это я тренируюсь так. Дома нет подвески, поэтому приходится на дереве. Как говорится, вижу цель, не вижу преград. В Бурятии умер уникальный художник. Как сообщает Бичура Инфо 24.7, накануне ушел из жизни Поликарп Судомойкин. Он не был профессиональным художником, но его картинами восхищались далеко за пределами Бурятии. Поликарп Ермолаевич всю жизнь работал в колхозе. Писать картины начал только после выхода на пенсию. Бичурский пиросмани не использовал кисти, он писал пальцами. И только женщин. Светлая память.